Собираем документы. Вот одного человека не хватает. Так. Казахстан, we're coming. Дорога. Здесь стоит нам долго. Остаться живыми, здоровыми. Сделать дело, для которого еду. Уже приехали во Франкфурт, все немножко усталые, но чувствуем себя очень бодро. Надеемся скоро шаур уже принять, вот сейчас восстану, как пролетим только. Все чувствуют себя очень хорошо, бодро, все довольные, радостные, дух бодр, ну, плоть немощная немножко. Приехали, мы летели 10 часов. 10 часов. Кто на полу спал? А ты не снимаешь, да? Сейчас пойдем на поезд на Terminal B. Я отправляться с ворот. Мы находимся в молитвенной комнате в аэропорту Франкфурта. Зашли, чтобы прочитать пару стишков, помолиться. Значит, сейчас мы едем в автобусе, еще во Франкфурте. Отдохнули, поспали замечательно, просто лавочки были мягкие. Покушали, аэропорт классный, большой такой, нагулялись. Хотели в город пойти, но там аэропорта хватило. Сейчас уже через пару минут будем улетать. Короче, полные штаны радости. Скоро почти будем поладать, ну, в Атланту, Астана, то есть.
Ноги впервые начинают холод, чувствуешь коленка. Ну сейчас побежим. Трудно дышать. Сразу начинает. Дышите аккуратно носиком. Раз. Да, приехали, мы с Калифорнии. Выходим с аэропорта. Там говорят такси. Я говорю, да не, мы пешком. Значит, мы сейчас едем с аэропорта в Астане, в церковь. Нас очень дружелюбно, гостеприимно приняли. Уже третий, наверное, четвертый раз. Очень благодарны этой церкви местной. Между прочим, вечером у нас билет на поезд. И последнее пристанище Павлодар. Доехали нормально, прилетели, вот уже в церкви стоим сейчас. Все наши подходят, заходим. Слава Богу, все прекрасно. Загружаемся, готовимся на поезд ехать. Здрасте. А нам тепло, уютно, так сказать. На улице минус 22. Вот. Меня зовут Андрей. Мы все направляемся, так сказать, в Павлодар. Вот. В принципе, укладываемся, так сказать, стелиться будем и спать. Но, в общем, очень жарко, 22 градуса, минус 22, но жарко, очень жарко. Доброе утро. Проснулись все? Да. Нам еще осталось совсем немножко, где-то полчаса где-то. Проблемы. С полок никто не падал, выспались хорошо. Я еще не упала, надо держать до конца. Вова утром просыпается, в подушке запутался, в нитке на нем, вот так вот. Я такой, что это такое? Мы около Павлодара, где-то. Всю ночь спали, все проснулись, все помятые такие. Сейчас выйдем, снежок, все, ободримся. Душой и тело. Поможня тормошила? Да, ну, приходили, прикалывались, у девочек телефон хотели взять. Прогнали,
своих в обиду не даем. А мы думаем, где наш Вова? Закрылся тут потихонечку и кушает. Думал, мы не узнаем. А мы смотрим, Вова нету в палате. Вова, поделись впечатлениями. Вкусно? Да, на меня напал такой hunger. Да? 5 минут Павлодар, но у меня такой голодный. А ну покажи, что ты тут кушаешь. Столько еды, огурчики, помидорчики. Только успевай. Присоединяйтесь. О! Полностью. Первый Павлодар уже. 6 часов утра. Павлодар. Final destination. Загружаемся в машину, Mercedes, и, так сказать, соляра не замерзла. Вот мы уже прибыли в церковь. Сейчас будем раскладывать сумки, постели. Спать уже не будем, выспались. Так что достаточно.